Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. Не так давно я уже выкладывал видео на канале, да, как можно фармить в лесу через Shift. В данном видео я вам расскажу, как можно через Shift делать отводы нейтральных крипов. На примере Чена, но вы также можете пикнуть козу, или просто, например, взять луну и собрать ей доминатор. Неважно, самое главное, что нам нужно починить одного нейтрального крипа. Так, все, бежим в лесок. Делаем респаун крипов, чтобы вы не ждали, не сидели. Идем починять себе крипулю, который будет делать нам отводики. Смотрите, я вам покажу на примере крипа, у которого скорость 320. Нет, это нам не подойдет. Нам нужен 320. Но вы можете потом взять любого и уже под него подогнать. 350. В любом случае будет у кого 320. Ну вот, да, кентавр 320. Все, подчиняем. Пойдем, дружок, пойдем. Отсылаем кентавра на базу, к фонтану. А сами там куда-нибудь идем делать свои дела. То есть все, Чен нам больше не нужен. Мы можем заниматься своими делами. Пока крип идет на базу, пойдем поставим вардик. Опа. Варды нам для этого способа не нужны. Я вам поставил варды, чтобы вы сами просто увидели результат. Чтобы вам было все хорошо видно. Но для отводов через Shift варды нам не нужны. Все, пришел наш крип на базу. Ставим его именно в эту точку. Смотрите, вот чтобы он так стоял, в этой точке, посередине полоски этой. То есть просто ставим его, и он стоит. Теперь, сейчас мы будем программировать ему обход. Ждем 21 секунду. С каждым обходом он будет делать отвод нейтральных крипов. Все. Так, раз, два, три. И ждем, ждем, ждем. Так, 4, 5. Теперь зажимаем Shift и не отпускаем его. Просто держим. На 21 я жму. Ровно на 21 секунде. Нажали. Теперь жмем рядом с кругом. Не нужно прям сам круг жать. И жмем в эту точку, то есть посередине линии. Мы сделали первый обход и первый отвод, еще раз говорю. Делаем следующий обход. Я Shift не отпускаю, все время держу его. Мы все время жмем по тем же самым точкам. Оп. Опс. Так, это же, по-моему, уже третий раз, да? Давайте еще раза три сделаем. Опс. Опс. Быстрее будет жать на карту. То есть, нажали на карту, поставили точку. Нажали, поставили точку. Потом поставили точку. Поставили точку. И все. Смотрим. Смотрим на результат. У нас здесь была одна пачка крипов. Это драконы, по-моему, были. Сейчас наш крипуля, да, кентавр, подошел и сделал первый отвод. В итоге уже две пачки крипов. Он идет делать третий отвод. Ну не третий, а второй отвод. Но это, в результате у нас будет три пачки крипов. А мы занимаемся своими делами и так далее. Ладно, смотрим. Давай, 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 братюня. Видите, как старается, бежит. То есть он работает. У него есть работа, у него есть задача. Он ее выполняет. 6, 7, 8, 9. Опа! Все, появились еще одни крипы. И давайте посмотрим на еще один респаун. Давай, давай. То есть на еще один обход. В итоге у нас должно быть потом 4 пачки крипов. Или 5, а как вам уже повезет. Опс. То есть подошел к этой точке и пошел к этой. Опять же, видите, мы сделали, да? Почему такой обход? Чтобы тянуть время. То есть здесь все идеально рассчитано. Можно было идти, например, к этой куда-нибудь точке.
Но здесь было бы другое время. Это было популярно, кстати, в первой доте. Но во второй доте это не используют, это отводы через шифт. Вообще не используют. Я не знаю почему. Так, ну давай, должно получиться. Давай, давай. 5, 6. Ну, уходите, уходите, уходите. Отлично. Во времена от первой доти использовали, второй нет. Это плохо. И даже на прос-сцене практически не используют. Очень редко. Поэтому, мой вам совет, используйте этот метод, вы видите, да, отнимает минимум времени, вы очень быстро научитесь. Самое главное, просто жмите туда, где я вам сказал. То есть я вам сказал, сначала мы ставим крипа в эту точечку, потом зажимаем Shift, жмем середину этой точки, этого круга середину, и жмем рядом с этим кругом. Все, это три ваши точки. И вы по кругу так шпилите, шпилите, а потом приходит кэрри, фармит эту пачку нейтральных крипов, эншентов, зарабатывает около полмиллиарда долларов, да, и все, и сносит вражескую базу. Все очень просто. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.